На фотосъемке ню я абсолютно вела себя нормально, и не было там ни истерики, ничего. Это работа, и я понимаю, ну, я это прекрасно понимаю, что это все деньги, это опыт, да, и ну, здесь я, честно, не вижу ничего такого. Это была моя первая фотосъемка в стиле ню, и, надеюсь, последняя, вот, но... смотря что захочет заказчик и насколько это будет выгодно для меня и для моего будущего. Если бы я не отснялась в этой фотосъемке, я бы просто ушла с проекта. А если выбирать либо я разденусь, либо я уйду с проекта, конечно, я лучше разденусь.